Работы у дома номер 15 по улице Смурякова идут полным ходом. Эта картина только радует местных жителей. Ведь о долгожданном ремонте двора они мечтали давно. Вот я смотрю, здесь техника работает по благоустройству нашей территории. Наконец-то мы дождались. Мы не раз обращали жителей наших домов на добродел, писали. Но вот на днях я собрала подписи 4 домов. Благоустройство дворов и придомовых территорий проводится в рамках обширной госпрограммы «Формирование комфортной городской среды». Будущий облик своих дворов определяют сами жители. Вместо старых бордюров здесь появятся новые. Увеличится количество парковочных мест, обустроят пешеходные дорожки, заменят асфальтовое покрытие проезжей части. Ремонтные работы взяла на себя подрядная организация «Армгрупп», которая занимается благоустройством в Ивантеевке с 2015 года. По стандарту в каждом в подмосковном дворе должно быть 6 обязательных элементов: детские игровые площадки, парковочные места, озеленение, освещение, информационные щиты и контейнерные площадки. Всего же в Ивантеевке в этом году планируют благоустроить 6 дворов. Адресный перечень составлен по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Все работы по комплексному благоустройству дворовых территорий планируется завершить осенью 2020 года. Ольга Маринчева, Антон Рябов, Анна Белова. Программа «День за днем».